Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и принц Гарри проехали по улицам Нью-Йорка на двухэтажном красном автобусе, который считается символом Лондона. Прогулка известных британцев по Большому Яблоку состоялась в рамках программы под названием «Грейт», целью которой является популяризация Соединенного Королевства в качестве бизнес-партнера США. Принц Гарри прибыл в Нью-Йорк из Нью-Джерси, где он посещал районы, пострадавшие от урагана Сэнди. А британский премьер накануне прогулки по Большому Яблоку побывал на месте недавнего теракта в Бостоне. В интервью журналистам Дэвид Кэмерон отметил особый характер взаимоотношений между Великобританией и США. Я хотел бы подчеркнуть, что взаимоотношения между нашими странами всегда имели особый характер, и я еще раз в этом убедился. Сначала в Вашингтоне, когда президент Обама упомянул о том, как наши солдаты сражались вместе в различных уголках мира, в частности в Афганистане. Еще раз я удостоверился в этом в Бостоне, где вспомнил, сколько раз в наших странах случались теракты. Здесь, в Нью-Йорке, мы собрались для того, чтобы отметить превосходные результаты экономического сотрудничества между нашими странами. Ежемесячный объем торговли между Великобританией и США достигает 17 миллиардов долларов. Наши государства действительно являются близкими экономическими партнерами. В акции «Грейт» приняло участие около 100 бизнесменов из Великобритании. После завершения прогулки на двухэтажном автобусе Дэвиду Кэмерону и принцу Гарри вручили куклы, прототипами которых они стали. Ранее на этой неделе в Вашингтоне британский премьер обсудил с Бараком Обамой ситуацию в Иране и Сирии, а также состояние мировой торговли. Между тем принц Гарри попробовал себя в бейсболе. Игра проходила в Гэрлеме в рамках акции, целью которой было помочь детям развить в себе лидерские качества.